На прошлой неделе в Лобне свои 90-й и 100-й дни рождения отметили два ветерана Великой Отечественной войны. Что объединяет этих людей, родившихся в начале 20 века в разных уголках страны? Узнала Анна Рождественская. В сентябре свой 100-й день рождения Адгам Вельдамов отметил в кругу родных, друзей и почетных гостей, в числе которых глава города Евгений Смышляев и представители общественных организаций. За чашкой чая он рассказал им о своей долгой и увлекательной жизни. В свои годы Адгам Низамович сохранил отличную память и ясность ума. Он читает газеты и общается по телефону с близкими. Супруга Назию, они живут в счастливом браке уже 74 года и в следующем году будут отмечать коронную свадьбу. Вот что, 74 года живет. Не ругались, ничего. С женой они познакомились на Сахалине, где Адгам Вельдамов проходил службу в рядах Красной Армии. Видимо, я понравилась, он подошел ко мне, потом стал проводил меня. Ну и потом мы с ним встречались, пока не кончилась война. Великую Отечественную и советско-японскую войны молодая семья встретила там же, на Сахалине. В конце 40-х командира роты Адгама Низамовича перевели в военно-строительный полк, в составе которого он возводил аэродромы. Сначала в Казани, позже в Луховицах. А еще через 7 лет он оказался в Лобне, где отвечал за строительство тогда еще военного аэродрома Шереметьево. Однако, посвящая большую часть жизни службе, Адгам Низамович находил время и для семьи, и для увлечений. Спорт, охота. Развалка. Юным мальчишкой и уже взрослым мужчиной без этих хобби свою жизнь Адгам Вельдамов представить не мог. В родной деревне Юнарусово Республики Башкортостан родители работали в колхозе за трудодни. Чтобы прокормить семью, отец промышлял рыбалкой и охотой и часто брал с собой сына. К вековому юбилею Адгаму Низамовичу свои поздравления передали президент Владимир Путин и губернатор Андрей Воробьев. Вместе с цветами и добрыми пожеланиями от себя лично Евгений Смышляев вручил их имениннику. Столетие одного из наших жителей – это большая дата. У нас несколько жителей, кто уже вот свыше 100 лет проживает. И не просто проживает, это люди, которые создавали наш город. Большая часть из наших юбиляров, те, кому уже свыше 100 лет, 95 лет, они многие годы проживают в нашем городе, знают город Лобни еще с рождения. С большим юбилеем в ушедшем месяце поздравляли еще одного лобнинского долгожителя. Ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Каткову 18 сентября исполнилось 90. Прошли года, а в памяти Иосифа Петровича до сих пор живут картины событий середины прошлого века, непосредственным участником которых он являлся. Об этом напоминает и орден Великой Отечественной войны второй степени за участие в борьбе с бандитизмом в Закарпатской Украине и Прибалтике. Наша агентура давала данные, и мы принимали участие по ликвидации от этих банд для того, чтобы там была установлена советская власть. За 20 лет службы в его биографии были литовский Шауляй, Краснозаводск, Калуга, Саратовская область. С женой Галины они познакомились в училище. Девушка пришла на танцы с подругами, где ее и заметил молодой офицер. Она хорошо танцевала, я тоже вроде. С супругой они воспитали двух дочерей. В конце 70-х Катковы переехали в Лобню, где Иосиф Петрович трудился начальником управления коммунального хозяйства Лобнинского горосполкома, а затем возглавил аэровокзал Шереметьево-2. Сейчас ветеран увлекается садоводством. Выглядываешь, и тут да. Такой сад. И без конца. То одни, то другие. За окном у юбиляра настоящий цветник. Для ветерана его разбила старшая дочь Виктория. С ней у Иосифа Петровича общее увлечение – собирать грибы. У него своя техника сбора. Если где-то гриб рядом, значит, рядом должен где-то быть еще. И вот он описывает кругами все вокруг деревьев. Туда-сюда, туда-сюда. Всю жизнь Иосиф Петрович занимался спортом, выполнял зарядку по утрам. Сейчас он каждый день в течение часа гуляет в парке, полон бодрости и оптимизма. Вероятно, в этом и кроется секрет его долголетия. В городе ветеран проводит военно-патриотическую работу с учащимися школ и собирается принять участие в военном параде, приуроченном к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Анна Рождественская, Алексей Орлов, Константин Петров, Михаил Жуков. Телекомпания «Лобня».